Идет строительство надземного пешеходного перехода на пересечении автомобильных дорог Москва, Егорьевск, Тума, Касимов и Красково, Коренево, Торбеево. Объект дорожной инфраструктуры возводят по многочисленным просьбам жителей городского округа Люберцы. На каком этапе сейчас работы и когда их планируют завершить, выясняла съемочная группа нашего телеканала. На этом участке дороги всегда интенсивное движение, как автомобилей, так и пешеходов. С одной стороны перекрестка большой жилой комплекс, а с другой ГСИ, переход, ведущий к новой школе. Уже совсем скоро здесь станет безопаснее, благодаря надземному пешеходному переходу. Его строительство началось в сентябре. Ход проводимых работ проинспектировал глава Люберец Владимир Волков. Конечно, здесь давно просился пешеходный переход. В этом году был рабочий выезд губернатора, поднял этот вопрос Андрей Юрьевич тут же поддержал, были выделены средства, и сейчас подрядная организация ведет работы по переноске коммуникаций. Проект очень серьезный, так как и пешеходный переход достаточно такой инженерный, из металлоконструкции состоит. Он достаточно такой симпатичный, остекленный, и его, конечно, ждут все. Сооружение будет состоять из трех основных частей – пролетного строения и двух павильонов с лестницами и лифтами для маломобильных групп населения. Большая работа запланирована и вокруг объекта. Для удобства пешеходов дорожники построят новые тротуары. Нам очень важно, чтобы при выходе с этого пешеходного перехода на сторону КСЗ всем было комфортно дойти, в первую очередь, детям до школы, до садика. Для этого мы оборудуем дополнительно несколько тротуаров. Тротуары необходимы для безопасности детей. Поэтому все будет построено, сделано в соответствии со всеми требованиями. Завершить строительство надземного пешеходного перехода планируют в начале следующего года. Ориентировочно в конце февраля, начале марта. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, Артем Морозов, телеканал ЛТВ.